Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня пришел потестировать свою новую палочку от Daiyoi HIPPO с тестом 3,15 грамм в росте 2,40. Поставлю катушечку по цифан и попробуем ее разловить. Посмотрим, что из этого получится, как поведет себя данный спиннинг. Уже на спиннинг 7,28 я словил не одну рыбу, это вы видели в видео. А теперь мне интересно посмотреть и потестировать данный спиннинг сейчас на водоеме. Пришел на реку Западная Двина и будем пробовать. Собрал, друзья, данный спиннинг. Все ровненько. Можно посмотреть. Спиннинг не лапшистый. Такой фастовый строй. И сейчас попробуем покидать, половить. Посмотрим, что нам покажет данный спиннинг. Буду пробовать ловить, друзья, на блесну фирмы Моска, третий номер, вес ее 5 грамм, и посмотрим, как бросает данный спиннинг данную блесенку. Конечно, у меня еще здесь толстоватая плетенка, катушка по цифан стоит, жду, когда придет специально под этот спиннинг катушка цуриное, чтобы поставить уже тоненькую плетеночку. И была такая лайтовая снасть. Здесь у меня плетеночка стоит 0,14. Толстоватая. Так, в принципе, забрасывает довольно неплохо. Спиннинг, конечно, брал этот больше под пилькеры. Буду использовать 10-граммовые пилькеры. Уже заказал с Алиэкспресса. Должны скоро прийти. И будем охотиться за голавликом, жерешком. Уже целенаправленно. Ну, попробуем сегодня, что нам. В принципе, спиннинг довольно неплохой. Не тяжелый. Блесенка легенькая. Ветерок, правда, небольшой. Ну, даже против ветра забрасывает нормально. О, первая поклевочка. И уже разловил, друзья, данный спиннинг. Конечно, поклевка чувствуется очень хорошо. Снасть все-таки лайтовая. И вот такой вот окушок. Схватил блесенку от фирмы Моска. Приятно. Уже на четвертом или пятом забросе разловил спиннинг. Thank you.
хорошо. На пятом забросе разловил спиннинг. Ну, друзья, на четвертом забросе таким вот окуньком разловил спиннинг. Блесенка моска. Подарил мне ее Александр, эту блесну. Именная, подписанная. И вот она разловлена. И очень приятно, что я разловил новую палочку. Очень чувствуется поклевка в руку. Приятно, что буквально на четвертом или пятом забросе споймал. Ну, продолжаем ловить дальше, друзья. Ну, друзья, разловил спиннинг. Конечно, поклевка чувствуется грамотно. Даже мелкий окушок такой. А очень приятно его было вытягивать. Ну, и теперь, друзья, обмоем новый спиннинг таким вот молочком топленым. Продолжим ловить дальше. Попробую покидать на мэпса циклопа. Мэпс должен на этой палочке лететь очень хорошо. О, летит в принципе отлично. Санька пришел помогать мне рыбу ловить. Надеюсь, что-нибудь схавает наши приманки. Погодка такая располагает. Наконец-то потеплело после холодов. И будем сегодня ловить и наслаждаться рыбалкой. Тепло, приятно. Наконец-то потеплело. Это конец мая, друзья. Дай бог, что-нибудь словим сегодня еще, кроме окуня. Ну, спиннинг отлично отрабатывает. Чувствуется в руку, даже как блесна. Колебательные ее движения передаются хорошо на кончик. И рукой отлично все чувствуется через бланк. Да и кидает довольно неплохо. Блесна 9 грамм, летит далеко. Попробую, друзья, кинуть блесну. Такую вот вертушечку с тяжелым сердечником. На хвост подсадил вот такой твистерок. Попробуем, как летит. Ну, конечно, летит очень далеко. Я с тяжелым сердечником.
Попробую такой воблерок небольшой покидать. Воблерок не тяжелый, тоже грамм 5 весит. Рабочий процесс. Парни спиннингуют. Под завершение рыбалки попробую потестировать такой вот воблерок Ridge 90 от фирмы Беркинг. И посмотрим, как спиннинг с тестом 3,15 грамма справиться с этой задачей. Уже рыбалку буду заканчивать, кину пару раз чисто посмотреть. Летит, конечно, очень хорошо, и в принципе можно посмотреть. Здесь струя, течение сильное, и с риджиком 90 справляется спиннинг довольно неплохо. Уже начинает темнеть, особо ничего не видно. Ну, хочу подвести итоги по спиннингу. Спиннингом я остался доволен. Мне понравился очень 7,28, и теперь я очень доволен и 3,15. Бросает довольно неплохо, тем более если учесть, что я поставил не ту катушку, которую планирую под него. Жду катушку Цуриноя, хочу поставить тоненькую плетеночку, а здесь плетенка все-таки толстовата. Попробовал забрасывать вертушечки, колебалки небольших размеров. Кидает довольно неплохо, а с тонкой плетенкой будет еще лучше. Также вот, как видите, 90 риджик на струе, на сильном течении, даже неплохо и продергивает. Ссылочки на спиннинг будут в описании под видео. Но фирма Дая меня очень порадовала. Еще хочется разловить и потестировать спиннинг Дайо Хипа. Там вообще тест 1,11 грамма. Будет намного чувствительнее этого спиннинга. Ну, за такие деньги, сколько стоят эти спиннинги, я скажу, качество изготовления намного выше цены. На этом, друзья, буду заканчивать видео. Всех благ вам, вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. Оставайтесь на канале. Если еще не подписались, то подписывайтесь. До новых встреч!